У нас под крышей белый гвоздь висит. Солнце взойдет, гвоздь упадет. Хм, интересно, что это такое? Давайте думать вместе. Может быть, птичка? Она не под крышей сидит, она ней не подходит. Тогда новогодняя мишура? Даже если кто-то ей украсит ей крышу из-за солнца, она навряд ли упадет. Последний вариант. Сосулька. О, идеально. Она белая и тает на солнце. Сегодня вопрос о ней. Всем привет. Меня зовут Леонид Закур. Мне почти 4 года. Почему нельзя облизывать сосульки? Очень важный вопрос. Отвечать на него буду вместе с моим другом Умникусом. Привет! Ну, начнем! Как оказалось, сосулька только с виду такая чистенькая, а на самом деле в ней очень много микробов. Попробуйте растопить ее дома и посмотрите, чистая ли получится вода. Сомневаюсь. А еще сосульки холодные, так что после обеда ими может заболеть живот или горло. Умникус, так это получается, дома сидеть придется все новогодние праздники? Ой, нет, лучше съесть леденец. Сама по себе сосулька не столько вредная, сколько коварная. В ее составе вода. Когда солнышко начинает пригревать и топить снег, капли стекают вниз, например, с крыши дома, охлаждаются окружающим воздухом и замерзают. Пожалуйста, сосулька готова. Любопытно, что внутри она пустая. А если сосулька становится большой и тяжелой, то падает. Поэтому, ребята, близко к крышам лучше не подходить. А то как свалится на голову. Ну что, мы с Умникусом на ваш вопрос ответили. Теперь и вы на наш ответьте. Из чего состоит сосулька? Из воды, из снега, из дождя. Отлично! Вас не провести. На сегодня все. Давайте скажем Умникусу спасибо за помощь и дадим ему немножко отдохнуть. А пока присылайте свои вопросы на WhatsApp или группу ВКонтакте. Мы обязательно найдем ответы. И с наступающим Новым годом, мои любознательные друзья!